пойдем, вот. Привет, ребята! Привет, ребята. Пойдем на улицу с Жориком и с тобой. Будем там лепить снежную крепость. Не надо, снежную бабу, снежного деда. Чего не надо? Лёлик, не надо. Я сейчас схожу, снега принесу льда. И зачем хотите? Можно вот тут вот прямо слепить. Пойду я тогда. Жорик! Много-много принесу. На улицу за снегом и за льдом. И принесу, и будем здесь лепить. А чего на улицу? Жорик, иди сюда. Что? Не надо идти на улицу за снегом. Почему? Ну, что ты принесешь сюда. Да. Все это здесь растает и будет вода. Вот, а воду можно найти и в ванной, и на кухне. Я никогда не думал, забыл, что снег тает. А, да, снег тает. А мы пойдем с тобой на улицу завтра. Вот, оденемся потеплее. Сафик, да, шапку, рукавички, перчатки. И будем лепить большую снежную крепость. А будем вырезать фигуры изо льда. Вот, я знаю, иглу называется. Знаешь такое? Там это специально такой, ну, конкурс, и там вот эти кубики так вырезают и составляют там башню, а еще там разных там фигурки вырезают. И где эти конкурсы проходят? Ну, где снега много льда. Где снега много льда? Да. Подожди, смотри. И у нас даже проходит, у нас же тоже есть снег и лед. Во, то есть мы возьмем там... Из снега построим большую снежную крепость. Да. Вот, будем по ней бегать там. А еще мы ее бросать. Да. А потом укрепим ее. Она будет долго стоять. А дальше будем фигурки вырезать, да? Ну там вот как-нибудь там вырезать, да? А еще я хочу слепить большую снежную бабу. Одеть ей на голову ведро. Вместо носа всунуть ей морковку. Вместо глаз угольки. Угольки? Да. А на руки ей поставить... Одну метлу и вторую метлу, да. Чтобы она ночью, когда мы спим, ребята, вот, она оживала и убирала все вот так. Да, улицы все подметала. Чтобы... Нет, не подметала улицы. Она же снежная баба волшебная, чтобы она вот так метой снега больше нам... Как будто какая-нибудь там снежная королева. Она снежная баба, да, она будет снег вот так... Вот это да! Значит, что, завтра мы идем? Да, идем. Да Тасик, пока я тебе не надо. Зачем он тебе дать? Вот, не надо тебе дать. Ну ладно. Завтра мы пойдем на улицу и будем там лепить. О, ребята, а вы ходите на улицу лепить снежную крепость, снежную бабу и разные фигурки из льда. Вы, кстати, можете вместе с родителями брать их за руку и завтра утром тоже покушать кашу и идти. Лепить там бабу снежную или... Да, и играть в диски, ведь да. У нас новогоднее настроение. Да. И бросаться вот так. Фу. Ой, что-то уже время, уже спать, наверное. Все позднее. Сейчас уже мультик начнется, давай смотри. Да, ребята, мы сегодня что? Что мы сегодня? Мы сегодня... Поговорили, что можно построить зимой снежную крепость. Да. Снежную бабу. Которая будет волшебная. И что? И самое главное, что снег и лед домой нельзя приносить. Да, потому снег и лед домой приносить нельзя. И когда на вас будет много снега, то его надо обтряхать. Да, снега. Да. Вот. И тогда меньше будет воды в доме. И самое главное, нельзя кушать снежок. Да, это горлышко. Да, снег. Ну вот и вкусный вообще, холодный. Холодный. Нельзя. Вот, а теперь мультфильм.